Как выбрать будущую профессию? В чем секрет хорошего резюме и успешного собеседования? Об этом рассказали студентам Российской международной академии туризма в Химках. Алексей Алешин – полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России». Преподает в бизнес-школах крупнейших московских вузов – МГУ и МГИМО. Его опыт может стать примером. Настоятельно рекомендую уже сейчас задуматься о том, скажем так, чтобы придумать себе какое-то хобби, чем вам нравится заниматься, чего вас прет. Вот. Но что в то же время может стать некой такой будущей профессией и приносить вам деньги. Анастасия Феоктистова – студентка третьего курса факультета государственного муниципального управления. О будущем трудоустройстве думает уже сейчас. Мне нужна помощь, то есть я поэтому, в принципе, у преподавателей спрашиваю там про какие-то стажировки и, возможно, сразу на трудоустройство куда-то, да, потому что это очень тяжело, не знаю, где искать, как искать, тем более вот на госслужбу это немножко сложнее. Трудности поиска интересного места работы понимают и эксперты. Администрация Химок поддерживает такие мастер-классы. Проводим интересную лекцию для студентов относительно трудоустройства, написания резюме и прохождения собеседований, потому что, как все мы знаем, это актуальная проблема, проблема трудоустройства молодежи, которая стоит перед нами. Эта лекция только начало. О том, как реализовать себя в работе и найти свое место, расскажут студентам и других образовательных учреждений Химок. Ксения Каретникова, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.